Здорово, Гиркил. Мені гербів Ольга. Ахі алагувдянгаун эвады туренме. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы будем изучать эвенкийский язык. Ахі тема иллал. Сегодняшняя тема нашего урока – люди. Аят долсят каллу. Слушайте внимательно. Сагдыбаел. Сагдыбае – пожилой человек. Сагдылбаел – пожилые люди. Атыркан. Атыркан – бабушка. Атыркар. Атыркар – бабушки. Этыркен. Этыркен – дедушка. Этыркар. Этыркар – дедушки. Хагдыбае – взрослый человек. Хагдылбаел – взрослые люди. Ахи. Ахи – женщина. Ахал. Ахал – женщины. Бае. Бае – мужчина. Баел. Баел – мужчины. Илмактал. Илмактал – молодежь. Хунат. Хунат – девушка. Хунадил. Хунадил – девушки. Омолги. Омолги – парень. Омолгил, омолгил, парни. Эки, эки, старшая сестра. Аки, аки, старший брат. Кунакар, кунакар, дети. Хуте, хуте, ребенок. Баеткен. Баеткен – мальчик. Баеткар – баеткар – мальчики. Асаткан – асаткан – девочка. Асаткар – асаткар – девочки. Неку – неку – младший брат или сестра. Дукукалу – предложение. Записывайте предложение. Атыркан тангдяран книгова. Атыркан тангдяран книгова. Бабушка читает книгу. Этыркен адерен. Этыркен адерен. Дедушка спит. Ахи иридерен дептылова. Ахи иридерен дептылове. Женщина готовит обед. Бае оломидерен. Бае оломидерен. Мужчина ловит рыбу. Хунат улдыдерен авунма. Хунат улдыдерен авунма. Девушка шьет шапку. Омолги тегетчерен остолду. Омолги тегетчерен остолду. Парень сидит за столом. Аки хаваду бидерен. Аки хаваду бидерен. Старшая сестра на работе. Аки баюмидерен. Аки баюмидерен. Старший брат на охоте. Асаткан книгова дукуран. Асаткан книгова дукуран. Девочка пишет книгу. Баяткен юрен тулило. Баяткен юрен тулило. Мальчик вышел на улицу. Некун абдут эвидерен. Некун абдут эвидерен. Младшая сестра играет с игрушкой. Этереп алагувдями. Аят бидикаллу. На этом мы с вами прощаемся.
будьте здоровы!